«Добро пожаловать» или «Как привлечь туристов в регион» в Тобольске прошел форум «Время отдыхать в Тюменской области». Сухая пятница. Отключили воду, уже утром не было. Никакой вообще нету, ни горячей, ни холодной. Тюмень-Водоканал проводил глобальную чистку сетей. В булочную на такси новый перевозчик появился в Тюмени. Скорые помощники. Я практически 5 лет тут добивала пороги и хотела устроиться на скорой. Студентам-медикам разрешили выезжать на экстренные вызовы. Подробности смотрите сегодня в 18.00 на канале «Тюменское время» и в 19.30 на РЕН-ТВ.